Итак, привет всем. Установил новую версию в Photoshop 2019. И сразу, моментально у моря, обнаружил просто офигенную штуку. Просто она меня разорвала, мой мозг на несколько частей. И я даже не могу до сих пор от радости собрать его в кучу. Так вот. Так, показываю. О, sorry. Ну, сделаем какое-то действие, да. Во! Провели линию. И вдруг поняли, что провели-то мы ее неправильно. Блин, что обычно при этом делаем? При этом мы делаем операцию, которая называется как бы undo или redo, как это? Undo, по-моему, undo. То есть шаг назад. Так вот, в 2019 версии фотошопа операция «Шаг назад», которая в простонародье называется Ctrl-Z, в фотошопе производится клавишами Ctrl-Z. Я не знаю, наверное, 20 лет уже существует фотошоп, если не больше. 20 лет, наверное, понадобилось, чтобы, наконец, сделать это правильно. Фотошоп. Это уже не название программы, это уже состояние души, если хотите. Например, сколько раз можно было такое слышать? Посмотри, как сделаны классно, ну, там, трансформеры. Да, это фотошоп. Ну, понятное дело, там фотошопами не пахнет, но дело в том, что фотошоп это уже что-то такое, чего не может быть, но кто-то сделал. Ну, с помощью каких-то там манипуляций, финтов. И вот этот фотошоп через 20 лет наконец-то раступлился, что Ctrl-Z нужно делать Ctrl-Z, а не Alt-Ctrl-Z, как это было все ихнее время. Поэтому я очень рад. Людям понадобилось 20 лет. Я даже хочу видеть этого человека, который это исправил, в конце концов. Надеюсь, к версии 2045 года они сделают штуку, когда нажимаешь Ctrl-O, ну, то есть открыть проект, и файл проекта этой же программы Photoshop, вот, мы будем видеть картинкой, вот как это делает Макс, как это делает Майя, как это делает Корл, как это делает любая, блин, графическая программа, кроме Photoshop, блин. Мы видим просто ярлык PSD. Ну, разве что название можем еще читать, и пока не откроем, не увидим, что там. А я так и кончил.